Однажды во время налетов фашистских самолетов вы бросились в кузов еще не успевшей отъехать машины и легли на ящике с павловским фарфором, словно могли защитить их своим телом. Входом в Павловск все еще висел устрашающий приказ. Кто войдет, будет расстрелян. Здесь во дворце размещалась гестапо. Какие чувства испытала в эти минуты Анна Ивановна? Прекрасен, но страшен Павловск. Помпеи не выглядели горестней. Статуи пытали, как живых. Всюду следы глумления над искусством. В Пушкине, в Петродворце, в Гатчине. И повсюду гитлеровцы оставили свое факсимиле на стенах. Когда Иван придет, все будет пусто. Я вошла в парк. Сердце сжалось. Порубки, завалы, противотанковые рвы. Прибыла государственная комиссия. Ее выводы не давали никаких надежд. Ни один из архитектурных ансамблей под Ленинградом не пострадал так жестоко. Точек опоры для возрождения дворца нет. Вот тогда она и начала сражение за Павловск. Сколько кабинетов обошли вы в ту пору, Анна Ивановна? Сколько раз слышали: мертвецов не возрождают?